Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, у нас есть парочка турниров, предлагаю заглянуть в монстры биокупола, и там действительно монстры, Фарарах 227, Эндрюсарх 397 и Сумчатый Лев 130. В общем-то, ну, не нацеливаюсь пройти все три битвы здесь, потому что это будет чертовски сложно. В общем-то, сделаем пару попыток, как пойдет, если что, там, пойдем на арену PvP и там где-то тоже добьем, если вдруг у нас здесь будет, ну, все печально. А это может быть очень даже легко. Итак, тогда, а кого бы нам нужно еще посоздавать? Блин, надо титанобоушку 30-ю создать. Ну, короче, нужно еще, ну, хотя бы 30-го уровня, да, посоздавать себе вот там Геннадона, титанобоу. Короче, вот как я сделал с Тила Космилом, нужно больше кайнозойских, чтобы было проще. Ну, мы и раньше и так как-то выкручивались. Давайте будем пробовать. Итак, мамонт, он подменится, естественно, на вот это вот парнишку. И там, ну, вот так вот давайте попробуем. Кстати, я так взял, как-то даже чуть послабее, чем у наш противник. 1300, 2900. Жаль. Жаль, что мы не бьем 1500 с чем-то. Вот тогда бы можно было бы первый удар нанести. Эндрюсарх 2800, это уже больно. Так, а на самом деле то терять как-то мамонта совсем не хочется. Ну, сейчас мы можем его слить. Так, ну раз мы его не слили, то давайте сейчас будем пробивать. Думаю, пробиваем. Да. Головастика нашего собачьего пробили. Дальше будет чуточку проще. Ну, противник нас атакует всего лишь на 2, конечно. В этом плане плохо. В этом плане плохо. Теперь что? Что предлагаете? Ну, атаковать, наверное, не стоит. 3 в защиту ушло, это шикарно. Он сменился. У него осталось 3 балла, я его сейчас пробиваю. Ха-ха-ха. И мы сделаем это. Да мамонта мы сделаем. Нам подменяться, в принципе, даже незачем. Ну, вот так вот как-то. А, и он вообще ничего в защиту не поставил. Шикарно, в общем-то. У нас остался жирный мамонт, которого будет фарараксом очень сложно пробить. Ну, как раз вот на 6 баллов, на 7. А чё это на 5? Чё? У меня 3 балла в защиту, могу только стоять. Читер. Компьютер-читер. Ну ладно. Мы не таких еще разбирали на гайке. Так, ну, первый бой за нами. Идем дальше. Так, ну у меня, собственно говоря, еще, да, не все открыты. Ну, кайнозой быстро освобождается. Видите, прошел реально один день и нормалек. Мамонт. Давайте возьмем. Блин, что он такой слабый? Уртинотериум, ё-моё, слабенький, что капец. У него будет 800, он и так титанобо и так за 2 удара пробивает, получается. Чё-то неприкольно. Неприкольно, но он должен подмениться на кого? По идее, на сумчатого льва. Ну, давайте возьмем Геннадона второго. И мамонта. Ну, посмотрим. 8. Ну да, тут как бы надо ставить защиту. Не знаю, подменится он, не подменится. На самом деле я бы не подменялся. Но он подменился. Ха-ха-ха. Давай, атакуй на один. Не захотел. Но. То есть у него может быть 3 балла. Мы не можем тогда защищаться. Ну, он проатаковал на все 3. Ага, даже 45-й у нас тут титанобо. Да. Раз-два. Раз-два. Ну давайте, надо Геннадона, конечно же, сохранить. Он сейчас потратит еще 1 балл на подмену на Уртинотерия 131-го. Ну такой у меня план.
даже если нет. Он сменился, двушечка. Да, не надо было, наверное, ставить 2 даже балла в защиту. У него 2 балла. Ах ты, гаденыш, что такой. Поставил защиту. Ну давай, подменяйся обратно. Хотя ему и подменяться особо-то незачем. Так, он 3 балла. И атакует на 3. Так, у него по нулям, но у меня баллов мало. Вот я, конечно... Здесь что-то пошло не так у нас только что. Чертовски жирные. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слетели мы тут. Жирная Титанобоа. И Уртинатериум будет сейчас иметь против нас бонус. Он же нас вообще, смотрите, в клочья порвет. Блин, ну все, а все неплохо так начиналось. Один бы бальчик, и нам было бы все хорошо. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Берем Гасторниса. И 2 вот этих ребят. Так, ну, здесь должно быть попроще. Но Гасторниса терять тоже как бы не стоило. Не стоит. Вот так вот. Ай-яй-яй, не на того подменился. Нужно было подменяться на последнего. Так, давайте считать. 5 баллов у противника. Атакует на 4. Так, 5 баллов. 1, 2, 3. Пробил 1 и 1, 2. Ну, так давайте сделаем. То есть я, ну, не хотел подменяться, потому что у него следующий идет Титанобоу. Лучше, если хватает баллов, то защитить Гасторниса. Он сейчас должен подмениться на Уртинатерия, по идее. Да, он подменился. У него осталось 3 балла. Ну, давай. И он не проатаковал. Поставил в защиту. Ну, давай. Так, сейчас будет такая шахматная игра. Кто кого тут в шашки переиграет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Меня сейчас легко может пробить Титанобоа. Так, но она этого не сделала. А сколько что баллов осталось? Я тут замечтался, ребята. Замечтался. Не помню, сколько баллов. Ну, ладно. 1, 2. 1, 2. Должно хватить, надеюсь. Да, хватило. А значит, вроде все отлично. Вроде бы все хорошо. 5 баллов. Атака на 4. Ну, все, нормально. Тила Космил бьет больно. Так, ну я вроде запомнил его. Тили-тили тролливали, такая вот фразочка помогла запомнить, что он Тила Космил, а не Тали Космил. Конвергентная эволюция, ребята. Вот так. Ладно. Везде так все светится. Сегодня акция какая-то, да? Так. Вот такая вот штукенция. Он подменится. Вот так и вот так. Ну, давайте будем пробовать. Плюс 1 в нашу пользу. Здесь можно укусить. Потому что... Давай, Титанобоушка. 2. Ничего себе, какой борзый. Но это нам вообще-то на руку. Мы, конечно, сейчас Титанобоу сольем. Индрик
пробьет нас за один удар. Да, у него будет бонус. У него 3. Ну, это не очень хорошо. Нет, не пробивает. Это уже очень хорошо. Он тратит все 2 балла, чтобы нас пробить. А у меня там идет мамонт. Вообще-то изи катка. Третий бой оказался самым легким. Не зря я так напрягался в первых двух. Гасторнис нас не должен пробивать. Даже за 3, по идее, мы должны выжить. Да, выживем. Ух, ребятки. На 1. Ну, насмешил. Хотя надо было атаковать. Но он выжил бы. 2 балла он бы перенес. Давайте Бронтика вызовем. Жук-олень. Смесь носорога с жуком-оленем. Получился Бронтотедди. Супер удар. Ух ты. Прикольно, надо пару скриншотиков сделать с этого. О, это вообще Рокстеди и Бибоп, ё-моё. Кто это был? Помчались. Дипротодончик. Так, ну еще один бальчик мы заработали себе в копилку. 12 из 28. Тогда можно будет попробовать сейчас еще вот этот пройти. И через часик закончится у нас Дрожь Земли. Я вот, где мы закончили на стриме, я был на первом, ничего не сражался, а вот откатился на 70-е место за, ну, за целый день. Так что все по плану, ребята. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.